Доброе утро всем! Сегодня суббота, 26 октября. И сегодня я еду вместе с мамой в Киев. А в воскресенье, то есть завтра у меня будет опять полное обследование зрения. Потому что мой левый глаз плохо восстановился после... Ну, Димочка идет. Плохо восстановился. Ну, иди скажи привет всем. Иди скажи привет. Ой, прости, пожалуйста. Недавно взяла тебя. Привет! Я такой сладкий толстячок. После операции на зрение, и мне сказали ехать на обследование. Вот мы сегодня поедем. Конечно, ночь была такой тяжеловатая, потому что очень много шахедов летало. Были попадания в Киеве как раз перед моей поездкой. Вот. У меня сегодня должен был быть рабочий день, но у меня сегодня нужно собраться и поделать дела, поэтому я сегодня взяла день в счет отпуска. Сегодня моя коллега-подружка работает за двоих, но у нас это выходные такие более-менее спокойные. Поэтому я решила с утра все поделать. Мне еще нужно собрать сумку. Я еду с мамой. И у меня на 11:30 тренировка. Пойду на тренировку, схожу. Нужно купить в дорогу что-то и прийти собраться. В принципе, все. Так что начинаем этот день. Еще надо выбрать, чем поехать, потому что я не знаю погоды еще. Сейчас хочу сделать быстренькую растяжечку и кушать, собираться на тренировку. Кстати, забрала, что такое? Забрала я от Шири курточку. Мы переделали манжет. Я купила новый манжет. Она мне выпустила рукав полностью до конца. Мы поменяли подкладку. Мы поставили сюда синтепоновую подкладку. Также убрали немножко в объеме сзади. Ну, так не видно, потому что там было, ну, вообще капец. И куртка... Во-первых, стала по-другому выглядеть, более нормально, более адекватно. Мне она нравится, она такая прямая, классная, короче. Так, стиляче выглядит и тепленькая стала. Так что теперь я можно носить и под тонкую кофточку, как я сегодня, кстати, одета. Все, я побежала на тренировку. Удачи. У нас сегодня ручки. Занимаюсь сама сегодня. Мои сегодня вечером пойдут, так как я уезжаю, я же пришла днем. Обожаю день рук. Ручки красивые стали. Вот так. Сейчас собираюсь, иду в магазин, куплю перекусить и перейду домой быстро-быстро собирать вещи, потому что у меня ничего не собрано, я еще пропадаю в зале. Уже 2 часа, скоро на минуточку. Трошки уже начинают переживать за поезд, ну, что такое. Куртку вам показываю. Освещение в поезде. Где сверху можно включить. Мы уже приехали. Уже в Киеве. Завтра будем приезжать на консультацию. Но у нас возникли проблемы с билетами назад. Их просто нет. Мы, походу, будем или очень рано утром ехать, или брать с пересадкой. Так что будем еще решать этот вопрос. Все, я включусь уже завтра, когда будем ехать на консультацию. Мы уже приехали на Майдан Незалежності. У нас еще целый час до приема. Короче, перестраховались.
Сейчас будем гулять, пить чай, как раз утро чайник попила. Народу здесь капец как много. Сидим уже под зданием британского офтальмологического центра. Нам еще полчаса. Сейчас еще, наверное, минут 10 посидим, будем заходить. Там, если что, разделимся, подготовимся. Переживаю. Капец как. Хотела сюда больше не приезжать. Очень получилось. Фух. Так, все, включусь уже, когда будут результаты. Так, мы уже приехали к брату обратно. Сейчас перекусим, будем садиться в машину, ехать на поезд. Приедем домой уже, я все расскажу, что со мной, что сказал доктор. Мне, кстати, глаза не отошли после капель. И это уже спокойно дома расскажу. Все, короче, результат обследований. Сами, короче, билеты с пересадками. До сих пор не можем пересесть. Нам осталась одна остановка. Дальше мы должны пересесть на свой поезд к своему городу. Уже 6 градусов, холодно. Приключения это наши. Хорошо, что под такси забронировала. Должно быть вовремя расстаться у нас. Уже, кстати, вода. Всем доброе утро, уже следующий день. Я решила по-свежему записать, потому что вчера уже не стала ничего записывать, потому что приехали уставшие, да еще у нас были шахеды. В общем, рассказываю. Ездила я по той причине, что мне плохо видит этот глаз после лазерной коррекции зрения. Я ездила в ту же клинику узнавать, что так. Мне провели опять полное обследование, капли, смотрели на кучу всяких аппаратов. И что мне сказал врач? Значит, из-за того, что у меня был сильный минус, ну, то есть это и меня касается людей, у которых сильный минус был, а у меня было, чтобы вы понимали, 0,03 и 0,04% зрения. Офигеть, да? Ага. Я тоже охренела, но сейчас вы услышите, сколько они мне вернули. И после того, как сделали операцию, глаз пытается возвратиться в сталые, в прошлые показатели. То есть мой организм, он настолько привык видеть плохо, что он теперь пытается приложить все усилия, чтобы вернуться в прошлое состояние. Это сработало только с этим глазом, хотя он до операции видел лучше. Это называется регресс. Сказал, что это проявляется в первые полгода-год после операции, поэтому надо наблюдение, типа я вовремя приехала. Лучше уже. То есть он видеть не будет сам без вмешательства. То есть это вот максимум. То есть мне вернули на этот глаз 60-70% зрения, в заключении 70%. Это 50%. То есть я видела 0,03, 0,04, а вижу 0,7, 0,5. И я такая, ого, я вижу хотя бы что-то. Сказал, что можно это все докорректировать с помощью линз или очков. Но операция делалась, чтобы этого не делать. Самый главный момент, который мне сказал, мы наблюдаемся еще полгода. Я приезжаю за месяц до окончания срока действия договора. То есть они на протяжении года имеют возможность сделать мне докоррекцию за свой счет, если это нужно. Я сказала приехать за месяц на съем показаний, мне опять проведут те же процедуры и посмотрят динамику. И потом сделаем заключение, делать коррекцию или нет. На этот глаз, типа, там можно 5-10% вернуть, но насколько это, типа, целесообразно, непонятно. На этот есть смысл попробовать. Поэтому, если вдруг меня допустят, я обязательно буду делать докоррекцию полгода спустя, поскольку я хочу сохранить максимум зрения, сколько я смогу нести, так сказать, потому что очень сильно мешает. Если вдруг мне скажут, что, типа, нет смысла, все такое, я просто попрошу, чтобы мне выписали рецепт на очки, чтобы просто работать на работе за компьютером, поскольку за компьютером эта разница очень сильно заметна, и я ощущаю дискомфорт. Вообще в жизни мне она особо, в принципе, не мешает. Я читаю ценники, я вижу людей, в телефоне тоже нормально. Я успокоилась, я теперь знаю, что со мной, и, в принципе, все хорошо. Там очень классные врачи, очень все так приятно, цивильно, и ехать недалеко. Это первое. Второе, то, что я ездила туда, грубо говоря, одним днем. Мы приехали вечером, и на следующий день вечером мы уехали. Я не знаю, что так сложилось, но мне так понравился город, куда я ездила. Не Киев, а туда, где живет мой брат. И мне прям захотелось туда переехать. Бросить все здесь, поменять жилье, поменять работу вообще. Не знаю, что меня так клемануло. Поэтому теперь в голове другие мысли. По поводу глаза я успокоилась. Живем, как живем. И главное, что я с этим сделать ничего пока не могу. Так что вот такая была у меня поездка, ребята, девчата. Мне повезло, не в том месте, где надо. Я, выходит, попала в эти 10% счастливчиков. Или сколько там процентов, не знаю. Но то, что они мне вернули столько процентов зрения, я вообще была в шоке, когда посмотрела сводки этих измерений. Это вообще, конечно, удивительно. Ну, да ладно. У меня сегодня выходной. Завтра я уже выхожу на работу по графику. Все как и должно быть.
А дальше посмотрим. Поэтому пишите свои комментарии. Кто переживал, пишите, что переживали. А мы с вами увидимся в следующем мужике. Спасибо, что вы ждете. И не отписывайтесь, потому что, ну, в ряду этих реалий, которые сейчас происходят, реально очень сложно это все выкладывать и записывать. Но я пробую, я стараюсь. Так что все, всем пока, обнимаю всех, пишите.